работали всю ночь с Алексеем, а с утра встали и не можем понять, как вот так получилось. Монтычока сейчас нам мстит за это. Зачем я приехал в Москву? Ну, во-первых, чтобы выложить влог, который вы сегодня смотрите. Это понедельник. А вот, плюс у меня еще две встречи. И еще плюс надо с Лехой доснять этот УД, который мы так и не сняли на даче. Потому что, ну, вы поняли, что он приехал в районе 12, уставший. И, в общем, мы так ничего и не смогли с ним смонтировать. Поэтому, ребят... Снова у нас разделение. Лёх с Настей на даче с Тёмой и Светой, а я опять в Москве. И на дачу я, наверное, поеду, ну, либо завтра, либо послезавтра. Вот. Здесь есть некоторые дела, которые надо поделать, а потом сразу туда. Царицынские бани, ребят, ждут меня. Вон, посмотрите, я приехал в бани. А вам и не видно, что я приехал в царицынские бани. На самом деле у меня здесь встреча с молодоженами. Сейчас мы увидим Александру Шугаеву, с которой я вас когда-то уже знакомил в прошлом году. А может быть и не в прошлом. Нет, скорее всего в прошлом. Ну ладно. У меня есть 10 минут, чтобы дойти до ресторана и осмотреться. Ты все снимаешь? А чем мне еще? Мне больше ничего не остается. Два айфона. Хорошо живешь? Да. Ну рассказывай. Я вообще, честно, не ел еще ничего сегодня. Мне посоветовали Вкусвилле купить этот курицу полуфабрикатную. Сказали, очень вкусная. Я не знаю, сказали, очень вкусная, попробуйте. А поскольку мы полуфабрикаты не едим, мы никогда не скупали. Я взял попробовать. С вишней? 7,54. 7,54 ФСБшный пирожок. Прикиньте. Это показываю вам я, человек, который снимает по 5-6 рецептов еды в неделю. Что нужно для вкусной еды? Вот и паспорт обязательно. Кефир на утро. Пирожки ФСБшные, снятые. Ну, блин, что-то выключил. А у меня включат. Такие пирожки пекут в столовой ФСБ, очень вкусные, 7,54 рубля. Рекомендую, приходите, да? Провести пирожка. Лёха, у тебя есть такая штука? Я вообще не понимаю, в чем прикол. Мы с Лёхой вчера работали всю ночь. Я бы не сказал, что мы работали. Привет. У нас дубль 2 столовки сейчас будет. Один вчера там траванулся. И вот мы идем испытывать судьбу. Ты попробовала пасту? Я ее храню в холодильнике. Все, она должна быть прям нормальной. Не отравитесь. Не поминайте лихом. Чисто сердечное признание. Чаю выпили при виде. Чего у тебя там? Чего у тебя там во рту? Рука, а? Скажи. Нет, чего ты там прячешь? Нашли, да, и пользуемся. А когда давно не хотят, чего? И шкодина, они же ноги сосать начинают грызть. И вообще так классно. Серёня и спиннер. Вот не надо, надо. Ой, а ручка вот на Xiaomi, да, вот это? Угу. Это тоже, я уже видел, хотел тебя потрогать. Прикольная, кстати, ручка. Ну, а чем она прикольная? Только то, что она пишет удобно, хорошо. Просто прикольная ручка. Есть... Она там не связывается ни с iPhone, там ни с чем. Нет. Смотрите, Диана модная какая пришла. С беседу не ходила просто. Смотри, поборешь прям под цвет. Я тебя волновала, всю шею расчесала себе зачем-то. Да. Не взяли тебя? Не знаю еще. Фартуки. Каблуков не хватает тебе. У меня есть в машине. А, вот оно как. Да. Понятно. Ладно. За что-то прикусывает. Уже одни лапы прям так начувствуют, чтобы они понимали степень болезненных ощущений. Привет! А где мама? Мама пошла за травкой. Будешь кушать? Доставай, там плов такой вкусный.
Ребят, по наводке Леонида, поскольку мне ехать очень далеко сейчас и навряд ли я поем, а ел я примерно в 2 часа дня, я купил шаурму. И сейчас я ее буду есть. Я не ел шаурму уже лет, наверное, 6, это минимум. Не могу сказать, что это самое вкусное, что я ел. Я как-то ел шаурму на тарелке, это называется. Вот там реально вкусно было. А это, ну, так себе, перекус. Погнали на дачу, мне еще надо в студию заехать, выбросить сумку, потом заехать домой, собрать вещи, а время уже 11. Да. Рассказываю вам, ребят, про шаурму. Значит, ну, во-первых, ничего вообще особенного. Просто какой-то набор чего-то я съел. Ну, можно сказать, что ни вкуса, ни цвета, ни запаха, в общем, ничего особенного. Я ничего не потерял за эти 6 лет, пока не ел шаурму. И мне кажется, что любая шаурма, она будет такой, только единственное, чем будет отличаться другая шаурма, в нее добавят майонез, наверное. Значит, еще одна штука этой шаурмы, которую я съел, я уделал все в машине, все, у меня руль весь в этой шаурме, штаны, футболка, сиденье. Я даже не понял, как это произошло, и понял одно, что нужно снять лайфхак, как есть шаурму в автомобиле. Так что, ребят, если вам будет интересен этот лайфхак, напишите в комментариях, и я специально для вас сниму несколько вариантов, как правильно есть шаурму в автомобиле. Время без 11:40. Я вот только смог собрать вещи, вон там у меня полная машина всего завалена. Я сейчас еду в Икею, потому что Веда попросила купить Эмми какую-то штуку. Вот, но она, наверное, не думала, что я поеду в час ночи в Икею, а потом поеду на дачу. Приеду я на дачу ориентировочно, наверное, часа в 2. Кажется, Икея закрывается в 12, у меня осталось 10 минут. Вот такая вещь. Хотел еще матрас посмотреть, уже не успею. Время 12 часов, а в Икее просто нереальное количество народу. Время сейчас без 5:02. Вот, я приехал на дачу и что-то как-то не знаю. Что-то у меня все затекло сегодня. Обычно нормально, а сегодня что-то затекло. Здрасте. Здрасте. Кто-то активный здесь очень. Нет этих, а, вот есть. Есть. И подголовник есть. Да, где-то был. А это куда его только сувать? Подголовник. А, просто под голову? Спину. Какую и папку еще тебе купил? Юкин. Макларен какой. А, он уже садится пытается. Да, ну, вообще тут не поэтому. И вот, видишь, я это купил. Угу. Попробуй на полу там. Да, какое кресло, трону тебя. Да, как нравится. Нравится? Будь здорова. Водичка, я хочу, чтобы ты попробовал эту воду. Серебь. Серебь. Попробуй. Стаканчик сейчас принесу. Новая заморочка, пластик не выбрасывать. Нет, сколько мы мусор производим. Так и есть. Она с серебром. Как с попкорном. Знаешь, сколько стоит эта бутылка? Как ты думаешь? 100. Почти. 99,9. 635 рублей. Ты что, прикалываешься? Да. Ты серьезно? Да. Вот эта бутылка стоит 635 рублей. Как в стекле делают. Серебь. Это специально без этикеток делают. Это фишка какая-то, какой-то проект. А ты ее купил? Я дурак, что ли? Я в отеле взял. Ты в отеле был? Угу. А в стандарте.
Боджиком? Нет, не успел зайти. Ладно, я построю свой парк с Блэкджеком и шлюхами. Не к Блэкджеку, не к шлюхам. Что ж, такая милая причесочка. Меня вообще бесит моя стрижка. Не нравится тебе стрижка твоя? Все? Лизе не нравится ее стрижка, поэтому мы будем ждать. А пока Сергей выйдет из отпуска через 2 месяца. Вначале вроде ничего было, а теперь мне нравится. Да нет, я сначала просто старалась не расстраиваться. Вот так, так что к Сергею можете остричь, да? И то не всегда хорошо. Вот тебе надо какую ему прическу, смотри какая. Да я сама себе уже. Смотрите, какая у нас девчонка классная. Качается, вот папка качает ногой. Анбоксинг. Миш. Опа. Миш, да уйди ты, блин, отсюда. Миша, отстань. Отстань. Миш, это вообще-то именно тут покрывало. Миша! Сладенький вообще. Все, давай. Да, Миш! Что-то еще перемещается на своей спине. Только игрушек у нас. Разных классных, да? Эмма! Эмма! Такая сладенькая. У нас на первом этаже в гостиной, в которой мы сейчас с Лизой живем, стоит диван и кресло. И мы думали, куда бы их деть, как бы их отсюда вывести. Но недолго думая, я решил сделать несколько фотографий и выложить это все в интернет. Сейчас я вам покажу. И вот такая фотография. Вот. Короче, вот фотографии. Я выложил это все в интернет, и мне начали звонить. Представляете, мне человек 40 звонил и спросил забрать диван. Я уже договорился с одной бабульчикой, которая говорила, что ей очень надо, но куда-то она сегодня пропала. И мы вспомнили, что у нас есть соседи, которым мы и предложили эти диваны. Они заехали и заберут их уже через 10 минут. Миша нужна. Соскучилась по всем, Миша, так давно. Сейчас хвостом убьет всех. Странка, тут шерсть твоя сыпет, везде ходит. Ой, сразатка, сразатка. Камера выключилась, показываю, ребят, что у нас стало теперь. Вот так вот теперь комната выглядит. Оп, здесь синий диван, но мы его куда-нибудь потом подвинем, пока вот самое основное было внести его сюда. И тут вообще теперь как хорошо смотреть. Значит, в перспективе вот так вот дверь посюда вот так вот расширить, и будет такой широкий проход. Круто будет. Без двери очень классно. Я хотел сесть поработать, у меня просто очень много работы, и нужно... Я не буду этого делать. Потому что мне сейчас нужно будет собрать детскую кроватку, а потом еще нашу кровать, которая на втором этаже, перенести, разобрать там и собрать здесь. Ой, какой ежик! Миш, фу! Миша! Посмотрите, какой ежик! Ой, это же не Куся. Ну, я сейчас соберу кровать тогда и пойду жарить. Но надо еще ее кровать собрать. Да? Постель ее к нам можно, у нас кровать сейчас больше будет, Вет. Пусть с нами спит ночь, да?
Кроватку собирать проще, чем вот эту кровать разбирать. Смотри, уже почти все готово. Сколько места он занимает? Какая огромная, кажется, кровать, да, у нас? Нужно даже вот эти две полки поставить. И вот как у нас теперь тут в уголочке. Надо теперь эти железные картины поснимать куда-нибудь. Да. И покрасить все. Ну, хотя сейчас кровать сливается со стенкой прям. Ну да, матрас осталось только купить сюда нормально. И все. Фух. Вот. Еще одна такая же, как дома. Сейчас какой-нибудь поставим. А, еще колесики наши ставим. Колесики еще у меня. Блин, ребят, рано или поздно все как-то заканчивается, видимо. Вот у меня компьютер не может картинку обработать уже. Просто какой-то пипец. Мне как будто, знаете, старый Pentium. Нажимаешь и тупо сидишь и ждешь, пока он обработает. Бедный. Надо менять его. Просто какой-то вообще. Я нажал и сижу, жду. По 5 минут жду, пока он картинку обработает. Какая-то вообще жесть просто. А переустановить систему я тоже не могу, потому что у меня там файлы рабочие, которые нельзя перенести никуда. Космонавт, сейчас мы тебе вибру включим. Ой. Давай поближе сюда, чтобы мне ногой я мог подкачать. И вибру включим, да? Вообще, смотри, вибра. Я хоть немножко там приберу, посуду успею помыть, да? И... А потом пойдем курицу есть. Видите, ребят, тут вибра есть специально, чтобы спала. Капюшон, в общем, ну прикольный. Мне очень понравилось, поэтому я ее и купил. Лизонька уже 2 недели на даче и не хочет уезжать отсюда. Немытая. Немытая, не стриженная. Там уж душа нет, туалета нет. Терпит. Не хочешь, чтобы папка уезжал? Пока. Декабристка. Пилигрим. Шапка такая еще смешная. Миш, пока. Смотри, пошла отсюда, ну нафиг. Миш, поедешь в Москву? А, Миш, домой поедешь? Хочешь в Москву, Миш? Миш, машину, пойдем. Хочешь в Москву? Она никуда не хочет, она никуда, да. Видишь, она не любит расставаться. Ой, а время-то уже 9. Ну, да. Пока. Никита Александрович, скажите по паспорту ваш адрес. Город Москва.